отец убил сына в его 28-й день рождения. Во время празднования между мужчинами завязался жаркий спор на политическую тему, после чего отец взял нож и нанес смертельные удары сыну. В полицию об убийстве сообщили соседи. Працівники поліції виявили тіло вбитого 28-річного чоловіка, а також сліди злочину у квартирі. Поряд із цим поліцейському одразу був затриманий сам вбивця. Ним виявився 51-річний батько вбитого. Як воно пройшло? Даже не знаю. Вот так и произошло. Немножко повздорили. Все связано было с политической проблемой в нашей стране. Но чисто было за политику. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.